Матчевая встреча с командой «Акула» вообще-то не была запланирована. Кузнецкий «Рубин» в эти выходные должен был скрестить клюшки с командой «Никольск» в рамках чемпионата области. Но, как говорится, человек располагает, а автобус взял и не завелся. Да и вирус гриппа, по словам тренеров, сварил сильнейшую половину никольских игроков. В общем, они не приехали. Чтобы не отменять игру, кузнечане пригласили на дружеский поединок пензенскую «Акулу». Мужественный поступок, ведь игроки этой команды прошли великолепную школу, на коньках стоят с 4 лет. Да и в составе команды пензенец Сергей Мирзоев, профессионал, который еще неделю назад играл в высшей лиге. Сегодня в город Кузнецк на матчевую встречу была приглашена команда «Акулы», город Пенза. То есть здесь игроки полупрофессионалы, то есть все прошли школу, все поигравшие. Вот. И сегодня как бы болельщик увидел нормальный, качественный хоккей. В преддверии плей-оффа, который нас ожидает в ближайшем будущем, вот, мы как бы решили проверить свои силы. Ну и вот на фоне сильным соперником как бы посмотрели сами на себя со стороны. Мы сейчас в восточной зоне являемся лидерами, вот, и хотелось попробовать еще более сильного соперника. Смелость рубиновцев была сразу же вознаграждена. Олег Казаров открыл счет встречи. На первых минутах он отнес шайбу у ворота противника. Дальше каждый гол кузнечанам приходилось буквально выгрызать. Игра получилась зрелищной. Болельщики кузнецкого «Рубина», не щадя драгоценных нервов, поражение ворот своих любимцев воспринимали как личную трагедию. В печальных моментах на их долю выпало немало. Встреча закончилась со счетом 14-5. Не в пользу кузнечан. Ну, дали возможность поиграть молодым, всем дали поиграть. Вратарь у нас 96-го года, вот, выпуска, и стоял в воротах. Ну, в принципе, нормально сыграли. Ребята, как говорится, все прошли школу. Мы как бы играем на любительском уровне. Михаил Войлочников, центральный нападающий «Рубина», стал на коньки в 7 лет, но потом ему пришлось оставить любимое увлечение. Хоккей в Кузнецке буквально развалился в 98-м. Продолжить тренировки удалось только, когда построили ледовый дворец-арена. И теперь даже самооценки рубиновцам не жалко для развития кузнецкого хоккея. В будущем встречи с профессиональными, сильными командами планируют поставить на поток. Счет встречи выглядит плачевно, зато за время игры «Рубин» прокатал все 3 пятерки, в том числе и не очень сильных игроков. Так что каждый выяснил для себя, чего стоит и в каком направлении предстоит поработать.